Масштабная патриотическая акция «России в моем сердце» в эту субботу прошла по всей стране. На Красной площади Чебоксар собрались самые неравнодушные активные жители города. Добровольцы и волонтеры, представители различных общественных движений. На празднике, посвященном открытию года добровольца, побывали и мои коллеги. Давайте творить добро. Дружба, забота, помощь. Такие слова чаще всего звучали на Красной площади во время митинга-концерта. Эти ребята и девушки не понаслышке знают о том, что такое помогать людям. Просто так, ничего не требуя взамен. Только в Чебоксарах волонтерский корпус включает в себя более 2000 молодых людей. И это далеко не предел. С каждым годом число волонтеров в республике растет. Участие в этом общественном движении стало уже нормой. Нас очень много. Нам нужно объединяться. И как раз-таки этот год нам позволит делать еще больше добрых дел. Мне кажется, каждый из нас волонтер. Мы все готовы работать ради страны, не смотрим ни на что, только ради будущего. У волонтерского движения в стране хорошая история и множество сформировавшихся традиций. Самое главное – это молодежь, потому что сегодня они учатся, они студенты, учащиеся техникумов. Завтра будет это самая активная среда, это будет самая активная часть наших горожан, когда молодые люди будут устремлены не только зарабатывать деньги, должна быть доброта, душа, духовность, нравственность. Волонтерство – дело не только молодых. Среди них все чаще и чаще можно встретить тех, кто давно вышел на пенсию, но молод душой и готов помогать. Волонтер ведь это же не профессия, это состояние души. Я и в студенчестве была волонтером, и дальше, и а сейчас еще больше, когда появилось время, когда появилась мудрость, опыт. Мы приходим к детям в те минуты, когда вот родителям нужно куда-то уйти, в больницу или да, куда-то уехать ненадолго. Раз, два раза в неделю, по часу, по два. Это не трудно. Объявленный президентом России год добровольца обещает быть в Чувашии ярким и насыщенным полезными делами. Волонтеры республики сделают все возможное, чтобы счастливых людей стало больше. Галина Титарчук, Сергей Адушкин, Республика.